Привет! Сегодня мы с вами поговорим о белтинге. Я всегда разделяю такие понятия, как регистры, и такие понятия, как фактуры звуков. Все мы знаем, что регистры у нас есть головной, микстовый и грудной, и есть фактуры звуков. Субтон, белтинг, тванг и так далее. И сегодня мы с вами поговорим о белтинге. Белтингом мы можем пользоваться как в грудном, так и в микстовом регистре. Звучит это примерно вот так. Представляет собой очень мощный, насыщенный звук, который в любом случае похож на грудной регистр. Но это не так. И сначала мы с вами попробуем найти белтинг, то есть вывод звука вперед, он же народный, звук вперед, белтинг, все одно и то же. Мы попробуем нащупать, как можно вывести звук вперед. Давайте попробуем взять легкий звук, например, вот такой. Вау! И попробовать с помощью таких коротких толчков добиться резонирования в комнате звука. Воу! Воу! Как будто немножко гавкаем. Воу! 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 Обратите обязательно внимание на то, что мы резко толкаем звук прессом, рот круглый, и хороший такой толчок воздухом идет звука. Воу! 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 И теперь попробуем с вами это потянуть. Воу! 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 То же самое можно попробовать на way. Way! 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 Как вы можете слышать, у меня звук все равно легкий достаточно, да? Way! Way! Это я мягкое небо посылаю. Way! Way! Чуть-чуть резче толкаю, и получается звук вперед. Way! Way! Вот таким образом получается у нас белтинговый звук. И постепенно, если у вас уже получилось сделать, протянуть вот этот звук, который резонирует во всей комнате, пробуем его сделать чуть-чуть мощнее, добавив в него громкости. Way! Вот так вот получается у нас белтинговый звук, который резонирует очень хорошо в комнате, да, положение рта у нас круглое, потому что если мы будем посылать в маску, получится больше что-то похожее на тванг. Пробуйте, и надеюсь, у вас все получится, напишите, получилось у вас или нет. И всем пока, пойте красиво!